Друзья, всех приветствую на канале. В этом ролике покажу вам, как можно самому буквально за 5 минут отремонтировать микроволновку, если она начинает искрить вот с этой вот стороны. Давайте сейчас я вам продемонстрирую. Так вот она искрит. Вот этот ремонт, он действует, ну, в 90% случаев всегда помогает. Вот то, что я вам сейчас покажу. Думаю, кто-то, может, об этом уже знает, но есть люди, которые просто идут, покупают новую микроволновку. Хотя проблема эта решается за 5 минут. Давайте сейчас я вам покажу, что можно сделать. Итак, для начала нам нужна будет вот такая вот простая отвертка. Отключаем микроволновку от сети. Открываем дверь. Желательно вытащить тарелку, чтобы ее не повредить и чтобы она не разбилась. Итак, открыть микроволновку. Обычно у всех микроволновок, это вот эта вот часть с правой стороны, есть такая пластина, называется она слюда. Видим, что она уже немножко так пригорела и присутствует на ней вот брызги жира, грязи и так далее. Она снимается несложно, можно такой же отверткой отковырять. У кого-то она просто снимается так просто, но в данном случае нужна будет отвертка. Итак, шлицевой отверткой аккуратно продеваем за край слюды. Итак, мы сняли ее. Чуть-чуть она немножко повредилась, но ничего страшного. Итак, вот смотрим, видите, она пригорела. Вот здесь вот вся забрызгана грязью, что внутри тоже пригорело. В лучшем случае, конечно, вот эту вот слюду поменять. Она продается в магазинах, но можно ее еще раз использовать на какое-то время. Даже бывало, что мне она служила более 2 лет, вот такая вот пригоревшая слюда. Давайте сейчас я вам покажу, что надо сделать. Вот смотрим, с внутренней стороны она пригорела более сильно, чувствуется, прямо тут сыпется, а с наружной стороны еще более-менее, но тут присутствуют брызги жира. Сейчас идем в раковину и отмываем все это обычным моющим средством, к примеру, Фейри. Итак, отмыл я вот эту слюду и сейчас устанавливаем ее обратно. Желательно установить обратной вот внутренней стороной наружу, так как слюда здесь еще более-менее живая. Все, установили. Сейчас пробуем включить микроволновку. Все, запускаем. Видите, микроволновка замечательно все заработала, перестала искрить. Вот такой вот совет, друзья, пользуйтесь. Сразу не идите в магазин покупать новые микроволновки. Открываем, смотрим. Все нормально, и думаю, она еще поработает 2 года без проблем. И по скрипту, если она у вас начинает искрить, не пользуйтесь ей, сразу отключайте, снимайте слюду, чистите, переворачивайте или
просто почистить, если она у вас не подгорела. Вот этот метод, он помогает в 90% случаев, вот именно если начинает справа микроволновка искрить. Делайте сразу, и все, она у вас будет работать дальше. Ну все, такое вот видео, друзья. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока.